Вот, брат, где я нахожусь. Кстати, народ, район Коммунарка, ну, как говорят в Москве, жопа мира. Когда-то здесь не было ничего, там буквально там было 3-4 назад. Вот видите, он там новострой. Тут все было, так-то новостройков. Сейчас вот так вот все отстроили. Вот такие вот свежие дома. Площадки, парки. Жизнь проходит. Люди живут, радуются. Вроде ничего так. Вот сами видите, магазины, в принципе, любые есть. Все то, что, в принципе, нужно для человека, все есть. Да. Там вот спортплощадка. Вон, видите, вон там. Баскетбольная площадка. Парк такой аккуратный. Даже Феррари ездит. Такие вот дамы на Феррари. Так что жизнь течет своим ключом. Вот люди отдыхают. Гуляют. Лошадки, дети. Все в целом нормально. Вон там, видите, тоже вот. Ну, везде новостройки. Даже район, этот район новый. Все вот отстроено. Так. Старых каких-то домов, там вторичек тут практически нет. Поверните налево. Да, и даже навигатор мне говорит, поверните налево. Так что пойдем налево. Всем хорошего дня. Когда ты очень сильно загорел. Да, обычный цветочный магазин, а вот реклама как работает. Мотороллер прикатили, тут все вот так оформлено, все в цветах, все прикольно по-своему. Такой вот прикольный рекламный ход, кстати. Так и тоже здесь салон передает тебе. Как дела? Как дела, Магомед? Джонни, нормальный парень? Москва, обычный парк, липовый парк. Дети отдыхают. Все нормально, все играются. Прогулки. Все как у нормальных людей. Мы продвигаемся, брат. Все нормально. Ты так особо не спеши. Будет время, посмотришь, там что-то моменты какие-то выберешь, какие-то вырежешь. Захочешь отдохнуть, смотри ролики. Это только начало, брат. Самое главное, фундамент поставлен. Суета, все бегут домой. После работы. То на автобус, то на электричку, то на метро. Как-то так. Москва — город движения. Нельзя на одном месте стоять. Будешь на одном месте стоять, домой через дня два попадешь.
Стою 2 минуты, а народу уже прошло столько, что просто трэш. Метро Лыхина, кстати, считает самая загруженная ветка. Вот так вот двигаемся, брат, минуя людей, минуя пробки, минуя часы, минуты, секунды, жизнь, все в движении. Мы Санта-Барбару, по крайней мере, блядь, порвем как дюзик тряпку. Все остальное не так важно, главное, Санта-Барбара поставить на колени. Я жду, брат, от тебя ответки на сказанное. Эту ответку должен весь мир услышать посредством Ютуба. И жесткую там, и про тучи можно, и про облака, я не знаю, про, как ты говоришь, под, над, из, до, под. Короче, любая тема, любой язык понимаем, любой жаргон понимаем, феня, не феня, короче. Жду ответку, братан. Братан, мы с тобой... Не то что Санта-Барбару, мы самого Санту раком поставим, блядь. Походу, брат, зря ты это сказал. На Новый год мы без подарков точно останемся после этого. Опять дорога, брат. Едем, едем, Новая Рига. Соседнее село на дискотеку. Такая вот суета на дороге, видишь? Пока ноги закинул на прилавок, кофе, думаю, поставлю и бушиду накачу, брат, за твое здоровье. Ну, номер один у нас будет не москвича, это по-любому, это рейтинговая, которая многослойка, как говорится, гамбургер. Многослойный ютубовский гамбургер. Это вышка должна быть. Это уже топ, брат, он забьет все рейтинги по-любому. Country Club. Третья часть. Деревянная дома. Из пушки. Из пушки на курьих ножках. Боже, нихуя себе. Ни хрена себе. Это зимой, вон. Они сладкие сейчас даже. Лавра, дорога, все дела. Надо морозы держать, потом они сладкие. Сибирские морозы нужны. Алло. Я, блядь, еду, тух, ебаный. Поверните направо. Ну, блядь, приехали, стояли, нас не пускали в коттеджный поселок, блядь, полчаса стояли, ждали. Он берет, я думаю, блядь, полчаса стоим у въезда. Ой, пардон, сейчас, его только нас запустили. Пардонте, пардонте. Сейчас выгружаться такой, доедем, блядь, не получается. Боже, блядь. Ладненько, давай, блядь. Если будет все нормально. Не-не-не, ты надо расписание посмотреть. А, ты на каком? Так вот застроили областя. Это такая станция уже, они все по-моему. Да хорошо, сказано. Все, давай, целую. Посмотри расписание с бытовой добавкой. Давай. А, ну я тебе скинул. Вот это его, наверное, кузация. Да. Ладно, давай. Давай. Делаю разведку. Сейчас все прокоцаю. Пробью, как, что, к чему там. Брат, ты это дело на особый контроль поставь. Возьми, короче, проведи проверку серьезную. Может, он нам фуфло какое-то толкает левое. Подставить хочет нас, наш бизнес загубить. Вон Магомед, парень с Африки, тоже ты салам передаю тебе. Магомед. Диля.